Так, друзья, сейчас мы поедем на вот этом триумфе, прокатимся. Я в качестве ножопницы, первый раз в жизни, бздю, прям вот боюсь, пиздец, нахуй. Ну, Кай обещал быстро не гнать, надеюсь, держит свое обещание. Я больше с ним не поеду. А, ну ничего так мотоцикл, прикольный, да? 13-го года аппарат, сколько у него тут, 675 этих кубиков объем. Выглядит ничего, у него тут почти все тюнячее, ручки тюнячие, слайдеры прикольные, надо будет мне тоже такие взять, что-то подобное. Потом, что у нас тут есть, карбоновые вот эти штучки, блядь, квикшифтер у него даже здесь есть за яйца, так что... Подвески настраиваются обе. По ценнику я смотрел, они, блядь, с моим примерно одинаковые. Именно вот такая же модель R. Да, Street Triple R модель. 9400 стоит, мой 9300. Ну, нормально. Выглядит тоже классно, агрессивно. Маленько, да. Так. Ладно, волнуюсь маленько. Посмотрим. Слушай, Кай, можно я попробую проехаться вот отсюда до ворот? Да, конечно, без проблем. Так, сцепление нужно выжимать? А, нет, да, точно надо. Да, ты сейчас по-любому уже на первой передаче поедешь, поэтому надо. Так, сейчас у нас нейтралочка. Так, убери подножку, иначе он заглохнет. О, воняет деревней. Так, можно запускать, да? Надо сцепление нажимать? Да, выжми. О, за яйца. Так, включай передачу. Сцепление выжимай и потом достаточно чуть-чуть отпустить, и он уже поедет. Блять, слишком резко бросил сцепление. Да, тут сцепление не для новичков. Я бы сказал, тормоза тоже жесткие, пиздец. Есть тут вообще АБС? Да, есть. Только ты их заметишь с определенной скорости. Бля, пытаюсь найти нейтралку, не получается. Да, аппарат немножко старый. Это на новых и там все как по маслу, а на этом немножко надо привыкать. Я пытался аккуратно, а один хер не втыкается. Со временем, конечно, ты приноровишься, но сначала немножко, да, тяжеловато. Но для первого раза, блядь, заебись, я бы сказал. Момент.
фильма. Так, проверим, снимаю ли я еще. Угу. Ну, мы сейчас съездим на автобан, прокатимся чуть-чуть и назад. Да, думаю, будет достаточно. Держись только хорошо. Да, но ты только не ускоряйся слишком быстро, чтобы я немножко привык, почувствовал. Тут недавно один со мной ехал, у него цепь порвалась, пришлось взять его с собой. Так вот, он говорит, что он боится, в принципе, ездить на жопнице, но со мной ему было комфортно, так что нормально все. Ну, тогда я спокоен. Но все равно, аккуратней. Представь, что я твоя бабушка. Так, ну а тут вообще не зачем держаться, нет никаких ручек. По автобану я еду немножко быстро, поэтому тоже нагибайся, наклоняйся вперед и хорошо держись за меня. То есть я буду повторять все твои телодвижения и все. Если в поворот будем заходить, то тоже вместе со мной ложись. Ты под коленочку? Да, под голову. Мы сейчас поедем вперед и потом налево, там я тебе покажу участок, который мы хотим приобрести. Я покажу тебе просто рукой. So, момент. Scheiße. So. Маленько. Ну, посмотрим. Сейчас через этого получится. Не обосраться бы кирпичами. We'll be right back.
И? Чё скажешь? Да, заебись, но мне сейчас, я сейчас понял, что мне надо срочно покупать новый шлем. Чё, слишком шумно было? Не только шум, но и голова отваливалась. Это несмотря на то, что я был за тобой. Не, у меня заебись, я вообще ничего не почувствовал. Даже не шаталось, шума вообще в шлеме нет. Не, у меня аж шея заболела. Не, да, это конечно палево. Не, этот шлем вообще говно. Для скутера пойдет, а для таких скоростей не. Это мы еще так аккуратненько 170 ехали, а... В принципе, мотоцикл может и 240 без проблем. Не, в остальном все заебись, я думал будет хуже. Да-да, это в принципе на первый взгляд кажется, что... Слушай, если хочешь, можешь здесь кружочек навернуть, попробовать потренироваться. Здесь, на парковке, имеешь в виду? Да, в принципе, можно. Блин, ну тут же только можно в одну сторону. Да похуй, катни здесь кружочек, ты и все. Не-не, если я так поеду, блядь, то я по встречке буду ехать, нехорошо. Так, давай я сейчас посмотрю, сейчас если назад поедем, там найдем какое-нибудь место, потренируешься. Да-да, лучше так. Да, если я здесь поеду, а кто-нибудь навстречу поедет, будет немножко ай-яй-яй. Ну да, для новичка, конечно, палево. Мне, в принципе-то, похеру, я могу и здесь по встречке ебануть. Ну а так, заебись, понравилось, да? Да, нормально. Бля, ну без защиты от ветра вообще палево. У тебя-то вообще здесь нифига нету, да? Да мне, в принципе, хватает. До живота как раз хватает. Да, ну грудак-то тебе прижимает конкретно. Ага. Ну да, если сюда поставить что-то большое, то будет эстетически хуёво смотреться. Ну, на моем где-то так, ну, еще можно купить отдельно, тюнингованное, там повыше специально есть. Ну, у тебя передок как раз специально под это и сделан, в принципе. Не, ну здесь-то хуй такое поставишь. Ну, у меня-то это как раз не для защиты от ветра, а для того, чтобы повесить туда эту елочку, освежитель. А, понятно. Так, фу. Сейчас найдем какое-нибудь местечко, где мне можно будет прокатиться, так попробовать. Ну, потренироваться маленько. Сейчас он посмотрит на карте, где можно без палева поучиться. Ну ничего, я ожидал, что будет хуже. Шлем, конечно, придется менять, потому что с этим шлемом ездить невозможно. Шумит, у меня шея отваливается. Хотя проехали тут всего ничего, блядь, а... На шее уже чувствуется. И это несмотря на то, что я сзади сидел. Да.